Доброго времени суток! С вами проект Faberlic Online. Сегодня мы поговорим про бонус материнства в компании Faberlic. Наши лидеры успевают все. Построить бизнес, родить или усыновить ребенка, быть финансово независимыми и счастливыми во всех сферах жизни. Специально для тех, кто мастерски планирует собственное время и ставит для себя такие прекрасные разносторонние цели, как семья и успешный бизнес, компания создала бонус материнства и усыновления. Если на момент рождения или усыновления ребенка вы находитесь в звании вице-директора и выше, это ОЛГ от 1500 баллов, уровень скидок от 15% до 23%, минимум 8 периодов за последний год, этот бонус ваш. Выплаты осуществляются за каждого родившегося или усыновленного ребенка каждый расчетный период в течение года с момента рождения или усыновления. При этом ваш личный оборот каждую компанию в течение этого года должен быть не менее 50 баллов. То есть вы должны получать свою объемную скидочку на свой счет. Сумма материнства и усыновления – действует во многих странах. Сейчас мы с вами перечислим основные. Россия – это 1500 рублей за первого ребенка, Украина – 450 гривен, Казахстан – 7500 тенге, Беларусь – 40 белорусских рублей, Молдова – 450 лей, Таджикистан – 180 сомони, Киргизия – 1800 сом и страны ЕС – 40 евро. За второго же ребенка платится по России 3000 каталог, Украина 900 гривен в каталог, Казахстан 15 тысяч тенге, Беларусь 80 рублей, Молдова 900 лей, Таджикистан 360 сомони, Киргизия 3600 сом и страны ЕС 80 евро. За расчетный период в течение года вы будете получать вот такие вот суммы. Если в семье появляется второй, третий и последующие дети, то получается у вас удваивается бонус. Грубо говоря, за первого малыша вы получаете по 1500 рублей в каталог в течение года, а за второго малыша уже третьего, четвертого и пятого по 3000 рублей. Бонус материнства и усыновления за рождение второго ребенка будет начислен в размере 3000 рублей. Если старший ребенок не достиг 14 лет, то есть у вас должны быть второй, третий, четвертый и так далее, дети не старше 14 лет. Если возраст старшего ребенка более 14 лет, бонус будет начислен только за новорожденного, то есть как бы за первого ребенка. Бонус начисляется женщинам, сотрудничающим с компанией, в том числе и по семейному контракту. Сотрудничество по семейному контракту не менее 9 месяцев до рождения ребенка. То есть у вас должен быть включен договор с компанией. Я желаю вам роста, везения во всем, вдохновения в нашей компании Faberlic. Добро пожаловать на наш проект Faberlic Online. Такой бонус, это, я думаю, что единственный бонус в сетевых компаниях. Это очень приятно. Вы можете обратиться ко мне в социальных сетях по мессенджерам или по сотовому телефону. Все ссылки в описании под видео.